На каком этапе мы сейчас находимся? Тело, позвоночник, да? Глоточный отдел. Ой-ой-ой, перманентный маркер. Кошмар. Ну, я потом историю не беру. Вот проблему с достаточно. Мне как-то раз пришлось в Подмосковье читать лекцию, когда добрый человек купил много маркеров, но они были все такие. Перманентные. Да, и была доска маленькая, ну, собственно, такая по размеру, как ваша центральная. Вот, и до Москвы было много километров. Классно. Вот, проблема была решена. Долго бегали по этому месту, это было некий санаторий. Жидкий для смокелок с ногтей? Нет. И добыли много листов ватмана. Ватман, да. В результате писал на этих самых и выбрасывали. Но было обидно, до чего же хочется писать.